какой-то. Вон там вон эта палочка внизу, вон. Сидит взрослая ворона и маленький. А сейчас пришли, мне надо дерево пилить, а у них гнездо вон оно где. Они одиночные, не как грачи на одном дереве могут 10 гнезд свить. Я подошел, мать-то улетела, а он из траве, да давай убегать. Оказалось, маленький вороненок. И вот теперь два варианта у него. Первый, отпустить его, и мамка его будет учить. Или у меня тут ребятишки приезжают. Я сделаю в клетке, я его накормлю, он очень хороший, привязчивый-то. До осени доживет. Беда в том, что он не научится пищу добивать себе. Очень. Из всех птиц, какая у нас есть, он в несколько раз умнее голубя. Видишь, какие? А вот посмотри, под крыльями-то у него. Еще в крови налиты перышки. Видно? Растет. Вот он какой. Я ему все это наговариваю. Он слушает. Умная птичка. А? Ворона. Ворона. Вот прямо ворона. Ну еще с тобой мы будем делать, а? Будем дружбу водить или отпустить тебя без дружбы, но жизнь зато будет у тебя нормальная. У меня коршунята вырастали и всякие копчики. Я любил птичек. А сейчас я не знаю, что с ним делать. А? Вон оно гнездо-то где. Может быть там второй сидит. Хотел я пилить его дерево. Это видно, нет? Да, да, видно. Ну что, будем делать. А? Первый раз, и смотри, какой. Даже не дергается ничего. Там где-то мамка каркает. Каркает? Ага. Ну тогда полетит сейчас он. Я его отпущу. Он туда подальше маленько. А то мы тут ему. Не, мы это дерево обойдем. А там не один крик. Так их два. Нет, так они не. Они не на этом дерево кричат, а он на том где-то. Ну она отлетела, поэтому кричит. Нет, два голоса. Ну так это родители. Mm-hmm. Вот он. Ну, отчество решается. Давай, иди. Я тебя на веточку посажу, чтобы тебя собаки не съели. Давай. Вот он хороший. Вот он такой. Ух ты. Вот это да, отблагодарил. Все. Пускай он там стоит. А мы пойдем дальше. Давай. Я тебе покажу, сейчас пилить ты будешь. Это клен. Вот эти вот подряд все пили. Ну-ка давай посмотрим, как получится. Ну-ка иди на память рядом с ним, встань, с голубенком своим. Вороненком. Рукой его не задевай, а так повернись, чтобы видно было. Поближе к нему встань. О, лицом повернись сюда. Вот он где. Ну что же, мы его отпускаем. Он будет с мамкой жить. Пусть. Так, вон гнездо. Давай, Володя. Вали эти деревья, будем отделывать. Нам нужны сваи. Это клен, сорное дерево считается, американский клен. Видишь, как вот на раз. Это бывшая улица, вторая по Теряевке. А сейчас из сельхозоборота тут ничего нельзя, ни траву собирать, ничего нет. Мусорное такое дерево, а оно твердое. Вот мы сейчас там работали, вот под этими тополями. Тоже клен, вон там видно сколько. Сколько везде. Все подобрали до веточки, сложили кучками. А там дальше, видать, дом Иосифа Устинова. А дальше еще там сарай виден. Чем не знаю, наверное, отец его. Андрей. Нет, тогда это не отец, а брат родной. Давай, начинай с первого. И сразу обделаю. Так это, ты не знаешь, куда тут палка? Это вот она у меня палка. Мерка. 2,5 метра, кажется. Такие режем, потому что, ну да, 2,30. Держи, Володя. Э! Алло, на, сам будешь отмерять. Давай по порядку. И давай сразу его обрезаем у веточки. Давай, под самый корешок.
Уже две пилы, вот такие же, не работают. Третью купили. То ли на выставку будем и давать. Куда ж? Все ж так делают, негодно. Последние силы отдаст на заведение. Вот так. Китайская штука. Барахло. Все, выдохся мужик. Как же так? У меня двуручная пила, сколько лет? 50, и все работает. А здесь на один день выше сегодня, и все. Юрий там обрабатывает. Это вот около Андрея. Вот. А там видна надпись вот эта вот. Курить нельзя на территории деревни. Ну и там мы много сделали. Много. Вот так. Все. Это вот пруд Симаковский, Костровый, где прорва была воды, теперь надо заделывать. Пытаемся все это. Я вчера только приехал из города. Было 1 июня, а сейчас 2. Ну, через ровно неделю мне будет 82 годика. Вороненок сидит, он ничего и не понял. Эти бензопилы? А? Эти бензопилы дешевые, они предназначены для домашнего употребления. Что, жене язык отпиливать или что? Нет. Ну как? Чтобы не она... в лесу работать. Они сразу говорили мне, в лесу работать нельзя такой. Ну а какая разница пилить-то? Ну здесь... потому что она перегревается. У нее не рассчитано. Вот у нас у Штиля рассчитано, но он там заел почему-то, не знаю. Ну так обедали, пришли, она опять не может... Что, за время обеда не остыло? Сейчас прошел. Нет, не остыло. Не остыло? Конечно. Значит, она отдыхать должна 364 дня, а один день работать. Лукавство это. Почему с человеком не считали, сколько и как? Советская власть, он. По 16 часов. Ну все тогда.